На установленное под углом полотно бьет поток воды со скоростью 50 км в час, что имитирует настоящую океаническую волну. Встать на доску могут новички, возраст не имеет значения. Единственное, что детям с 2 до 7 лет обязательно помощь тренера. Остальным по желанию. А для профессионалов искусственная волна как тренажер, причем тренироваться на нем легче, чем в открытом море. Во-первых, здесь не нужно разгребаться, ну то есть не нужно заходить в воду, там грести очень долго, доплывать до лайнапа и так дальше. Здесь сразу упал, встал, поехал. Ну, то есть все просто, да. Во-вторых, нет волн, которые тебя носят. То есть у тебя одна стабильная, по которой ты едешь. Для спортсменов, кто занимается на сноуборде, на серфинге, на вейксерфинге, все, что связано с досками, это прекрасный тренажер, который тренирует баланс. И это, наверное, действительно уникальный тренажер, на котором можно полностью научиться чувствовать доску. При отработке баланса и различных трюков риска для жизни нет. Будто падаешь на батут, говорят спортсмены. Добавлю, что конструкцию перевезли в Сочи из Москвы. И уже в августе на искусственной волне планируется провести этап Кубка России по флоубордингу.